никогда не будем драться. Клянемся. Привет, Иришка. Маша. Оля. Я решил завещать свой бизнес вам. Считайте это моей последней волей. В целом все понятно, я на самолет. Стоять! Если уедь, я прыгну. Второй этаж, не трагично. В наследство вы вступите только в том случае, если согласитесь принять бизнес вместе. Если жизнь вас как-то разбросала, то, может быть, хоть моя смерть сможет вас объединить. Мы будем рулить бизнесом, решать вопросы, управлять всеми этими утырками. Девочки! Валите отсюда, пока вас тут не распяли! Не уволят, уже хорошо. Давайте бабам шанс дадим. Точно? Вот ты с детства такая, обидишься и молчишь, и никто не знает, что у тебя в голове. Так все бабы так делают. Рот закрой.